Маленький зайчонок улыбнулся маме. «Я тебя люблю вот так!» и развел руками. «А вот как я тебя люблю!» — мать ему сказала. Развела руками и тоже показала. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень, очень много! Много, но не слишком!» Он присел и прыгнул высоко, как мячик. «Я тебя люблю вот так!» — засмеялся зайчик. И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо, «Вот как я тебя люблю!» — прыгнула зайчиха. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень, очень много! Много, но не слишком!» «Я тебя люблю вот так!» Зайчик улыбнулся и на травке мураве перекувыркнулся. «А вот как я тебя люблю!» — мамочка сказала, кувыркнулась, обняла и поцеловала. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень, очень много! Много, но не слишком!» «Видишь, дерево растет возле речки прямо! Я тебя люблю вот так, понимаешь, мама?» А у мамы на руках видно всю долину. «Вот как я тебя люблю!» — мать сказала сыну. Так прошел веселый день. В час, когда смеркалось, желто-белая луна в небе показалась. Ночью детям нужно спать, даже в нашей сказке. Зайчик маме прошептал, закрывая глазки. «От земли и до луны, а потом обратно! Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?» Подоткнув со всех сторон зайке одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. «Это очень, очень много! Это так приятно, когда любят до луны!»